Всем здорово! И сегодня я расскажу о моей партнерке, о моем опыте, о самой херовой партнерке, с которой я только работал. И такого у меня еще не было за все время работы на Ютубе. Что же случилось? Вот эта вот партнерочка, Skylab. Что же случилось? Они меня просто отключают мой канал с авторским контентом, безо всякого предупреждения от партнерки. И забирают права на все мои видео. Смотрите. На все мои видеоролики они забрали права. Они просто монетизируют все мои видео. И я ничего не могу с этим сделать. Смотрите, давайте перейдем на какое-то видео. Да вот, на любое. Смотрите. Аудиовизуальное содержание, Skylab Affiliate, правообладатель монетизирует это видео. И у меня даже нету вкладки подать жалобу. Вот такая вот партнерка, вот такие вот мошенники. Тупо кинули меня, и я ничего не могу с этим сделать. Как было раньше, я подключился вот на эту вот партнерку. Подключился, там, работал с ней, выплачивали мне деньги. Минус какой? Они выплачивают деньги в рублях через посредников. Если у вас нету PayPal, деньги выплачивают в рублях. Ждать выплату нужно 2,5 месяца. Короче, отключили меня от партнерки безо всякого предупреждения. Я пишу личному менеджеру, я пишу в поддержку. Я писал месяц, народ, я писал месяц на все почты, которые я только нашел по этой поддержке. Мне никто не ответил. Какое-то там пришло письмо стандартного там содержания, какой-то робот прислал, там отправьте запрос туда, и все. Я писал на английскую почту, на русскую поддержку. Народ, мне никто ничего не ответил, просто взяли, отключили и забрали права на все мои видеоролики. Вот такая вот партнерка. Вот это вот личный кабинет, выкинули меня, короче, с личного кабинета. Ну, просто я такого еще не видел. Вот, я подключился, вот, недавно, 2 дня назад, подключился к Air, потому что я уже партнерку, проверенная партнерка, решил подключиться к Air. Но не могу монетизировать свои видео. Не могу монетизировать свои видео, так как... Сейчас, смотрите... Вот, когда они меня отключили... Новые видеоролики, они монетизируются. Вот, новые видеоролики. Но старые, которые были еще на той партнерке, они полностью забрали все права. Смотрите. Вот, полностью все права. Видео содержит материалы, защищенные авторским правом. Вот такая вот партнерочка. Не вздумайте подключаться к этой партнерке. Если у вас еще плюс не оригинальный канал, если вы перезаливаете чужие видео, они просто вам не будут платить деньги, они просто вас выкинут, они могут вас подключить. Да, там в чем был прикол, там подключение, ничего не нужно для подключения. Там пару подписчиков, пару просмотров, 90% они выплачивают вам, вот, они подключают и все. Но потом они вас в любой момент могут отключить и не вернуть вам деньги. Деньги мне, правда, вернули. Там было около, может, $500, они мне были должны, вернули где-то 350, ну ладно, вернули, что, ну, хотя бы эти деньги вернули. Но просто я такого вот еще не видел. Полностью взяли, заявили права на все мои видео, и теперь я не могу ничего монетизировать. Писал я вот на почту Air, думаете, какая-то поддержка вам будет там помогать, да, там бороться за ваши права. Да никому вы не нужны, все проблемы решаете только вы. Поддержка Air мне написала, мол, напиши им в службу поддержку. Я говорю, а ничего, что они мне вообще не отвечают, куда бы я им там ни написал. Пишите в службу поддержки, это просто ошибка. Вот такая вот ситуация с этой партнеркой Skylab. Не вздумайте сюда подключаться, подключайтесь к проверенным партнеркам, это Air, VSP. Мы близко работаем с нашими партнерами, которые серьезно настроены на рост. Да никто не работает, мне просто не отвечали, мне месяц не отвечали. Вот, смотрите, это партнерка американская, Support Skylab, вот, Санта-Моника, Лос-Анджелес, офис у них там. Короче, вот такая вот херня со мной произошла, рассказал я вам о самой херовой партнерке. Я буду, конечно, обращаться, буду писать, буду добиваться, конечно. Может, я потом еще запишу видео,
как я разрулил вот в эту вот ситуацию. С вами был Рэпер Трейдер, подписываемся, не подключаемся к этим мошенникам, Scale Up. Всем пока!